Сегодня у Житковичах и Карме прошли позачарговые сессии районных советов депутатов. На порядку дня одно питание – затверждение на посадах новых старшинев райвыконкамов. Житковицкий район означалил Александр Сидоренко, Кармянский, який сегодня наведали наши корреспонденты Андрей Турук. Кармянщина – один из самых маляўнічых и найпрыгажэйшых районов Гомельской области. Нездарма замежные гости называют его «маленькой Швейцарией». На конт померов это сапраўды так. Площадь Кармянского района – 95 тысяч гектаров. По территории это самая маленькая администрацыйная адзінка Гомельской области. Адпаведная колькасць насельніцтва тут не самая вялікая – каля 14 тысяч человек. Зато сярод іх шмат сапраўдных профессионалов. Падчас представления нового кіраўніка района – старшыня аблвыканкама Геннадзь Салавей звернул увагу менавіта на гэты факт. Калі Андрей Турук створит свою команду высококлассных специалистов, у яго усё атрымаецца. Перед Андреем Васильевичем ставятся большие задачи. И их решать придется ему вместе с вами. Потому что без той поддержки специалистов, кадрового потенциала, кадрового, который сегодня есть в Карме, в Кармянском районе, решить какие-то задачи невозможно. Поэтому я обращаю внимание всех вас для того, что мы должны все вместе садиться к тому, чтобы те задачи, которые ставятся и президентом, и правительством, в том числе и госполкомом, и районным исполнительным комитетом, должны быть выполняться. Андрею Туруку зараз 48 годов. Народился в Гродинской области, закончил Гродинский сельскохозяйственный институт по специальности агроном. Апошнее место працы – совгаз-комбинат «Зара» Мазырского района, где Андрей Турук працевал головным агрономом. С уликом того, что Кармянский район у основным сельскохозяйственный, значных проблем на новой посаде возникнуть не повинно. Ведал и практичного опыту хопить. Задачи вызначены, яны выканальные. Когда заглядываешь в монитировку почв по Гомельской области, Кармянский район по своим почвам стоит гораздо выше Речицкого района, гораздо выше стоит Мозырского района. Поэтому, я думаю, с вашей помощью мы все вместе со временем Кармянский район поднимем вверх турнирной таблицы по урожайности. А поскольку это не только зерно растениеводства, но и корма, значит и по молоку. То есть мы сможем произвести столько продукции, чтобы обеспечить нашим людям достойную заработную плату. Олег Сюнцюров, Олеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Кармянского района.